что нужно для развития образования. По мнению Великобритании, например, открыть бесплатные математические школы для старшеклассников. Англичане переняли опыт советского математика Андрея Колмогорова. По мнению партии власти в России, это означает закрыть 40% существующих вузов и 80% их филиалов. Образование в России стало услугой и все более дорогостоящей. Оно теперь призвано удовлетворять запросы рынка, то есть крупного капитала и олигархии. Мы не хотим жить в стране, где не дают знания, а торгуют навыками. КПРФ предложила закон об образовании для всех, который разработали ведущие ученые во главе с Нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым. Его основные постулаты – увеличить финансирование образования до 7% от ВВП, запретить ликвидацию и реорганизацию учебных заведений и истребить бюрократию в системе образования. Мы также выступаем за увеличение зарплат учителей и поэтапный отказ от прозападной системы ЕГЭ. Мы считаем, что ректоров вузов необходимо выбирать, а право на образование имеет каждый гражданин вне зависимости от социального статуса. Образование – вот основа нашего завтрашнего дня. КПРФ. Мы правы. Мы сможем.